Друзья, всем привет! Вот я сейчас что буду кушать. Это картошечка, вот такая молоденькая, молодая картошечка. Котлеты, помидорчик и огурчик. Тоже такой разрезанный. Сейчас попробую его. Хотя что вы пробовать? Огурец как огурец, да? Друзья, если вы сейчас кушаете, сидите за столом, приятного вам аппетита. Жарко. Блин, ну как вот записывать видео вот под такой фон, да? Да не знаю, кто как смотрит. Я говорю про себя и про тебя. Я смотрю, мне не мешает. Я смотрю фильмы. Там намного хуже и прекрасно. Ну, тебе не мешает, потому что ты ничего не записываешь. А я записываю видео, мне мешает, понимаешь? Я ем еду и на таком фоне такую фигню убираю. Ты можешь наушники одеть. Или наушники, да. Я и так тут редко бываю. Ты не вылазишь отсюда. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Что это за повод, за это? Ну, пусть люди напишут. За повод такой. Почитаешь потом. Да мне не интересно читать. Да тебе ничего не интересно. Не только читать. Вот это что-то такое сверхчеловеческое. И вот все эти концы, они с другими, к сожалению, не скрутятся. Ты согласна с этим? Нет, конечно. Вообще переживаний никаких нет. Насчет овуляции я не врач, врач сама удивилась, говорит, ты откуда будешь это знать, если ты столкнулась с этим впервые, ты только сейчас захотела детей. Она мне рассказала, объяснила, как что проходит, да, это все происходит, как действительно 100% говорит. Ну, котлеты вообще классные, вкусные. Как тебе нравится котлеты? Котлеты понравились? Наушники сними, что? Я говорю, тебе котлеты нравятся? Не, мне не жарко, нормально. Лето не ходило, там нажарилось. Сейчас им горячим. Я могу сказать, что Маша подходит к очень ответственно на подбор парней. И она понимает прекрасно, она как искренняя девушка, понимала, что ты к ней пришел без обмана, потому что ты был в тот момент, когда уходил от нее Рома, 22-летний, когда она понимала прекрасно, что там был чистейший воды обман. И ты, как Дима, за тот момент знал, что ты не будешь ее обижать, ты был ее защитником, и ты говорил, что будет все хорошо. Ты рассказал очень красиво. И для нее это очень было как раз-таки такие очень приятные слова. Юля что-то на меня обиделась это. Месяц назад Юля говорила, какая Костя. Добавилась ко мне в одноклассник, я сегодня смотрю, удалилась. Не в проходном билете дело, просто Маша человек, который влюбится только если она восхитится мужчиной. Совершенно явно, вот мне Happy Woman написано. Маша себя словно к чему-то готовит. Happy Woman у нее ник в одноклассниках. Я не знаю как, но когда глаз будет гореть, тогда будет и любовь, и
принесли конфеты и букеты, и все это будет приниматься так, как должно быть. Просто, может быть, мужчина не ее. Я все-таки склонен думать, что не ее изначально. Да, может быть, социальный уровень, может быть, это сексуальный аспект здесь имеет место быть. Я не знаю. Но плюс Маша еще устала, она так долго ждет своего принца на белом коне, что вот как-то, может быть, уже и не верит особо в это. Хорошо. Мы переходим к голосованию. Ма, так что Лукьянова тоже могут снять, да? Юля. Так а его за что? Я знаю. Оля. Оставить. Дима. Не оставлять. Спасибо, Леша. Оставить. Майя. Не оставлять. Лиля. Оставить. Спасибо, Скореж. Оставить. Никита. Оставить. Спасибо, второй отставить. Когда говорим Бальта. Оставить. Олеся. Оставить. Спасибо, Петр. Оставить. Спасибо, Лена. Оставить. Спасибо, Ира. Оставить. Спасибо, оставить. Антон. Оставить. Спасибо, Юзи. Оставить. Спасибо, Саша. Оставить. Спасибо, Дарина. Оставить. Спасибо, Никита. Оставить. Спасибо, Сахар. Оставить. Спасибо, Лера. Оставить. Ну что же, 19 за то, чтобы оставить. 2 за то, чтобы Дмитрий покинул. Тут все очень просто. Если бы я Лизу с собой взял, бы что она сейчас бы делала тут? Лиза, если бы с собой взял, что она сейчас бы тут делала? Вы помните того чувака, который спасал в Мирте чудо в перьях? Вот это всю страну с ним, кстати, до сих пор родители не здороваются. Следующего своего парня она поставила на бабки, причем не маленькие, я напомню, 200 штук. А, ну 400 это уже какие-то новые водные. Рому Гриценко, да. Я правильно понимаю, что ты не согласен сейчас, что я использовали? Влад, ты знаешь, я не могу так угадать. Ма, а чтобы, вот, допустим, свою дочь с собой взять, знаю, ты садишься это, в поезд, нужны какие-то документы на нее? Да? У нее глаз не загорелся. И все, да? И уже не важно, хотел он ее использовать как проходной билет или хотел с ней отношения строить, мы этого мы не можем знать. Ну, а билет можно же на нее не брать, да, там, до скольки лет? Нет, да? А я вообще не знаю, может сейчас отберут на долларочку. Он был узнан. Ну, я не знаю. А на деле никто, пока на данный момент, он балабол, если так взять. Осудился. Потому что для меня мужчина славится поступками и какими-то действиями. А на данный момент, парень запас ударил, почему не сделал авто. Ничего себе, говорю, Дим, ты по сути ничего еще не сделал. Я тебе сказал. Вот, я тебе еще раз говорю, ты по сути ничего не сделал. Ты пришел на проект, очень красиво зашел. Нет, давайте, Дим, если тебе есть что ответить, если такой сказал, ну, отвечай здесь. Зачем проблема не разбираться? О, неужели я села? Дима, я тебя прошу, если ты высказываешься, не нужно таким образом слово говорить. Потому что ты можешь свой язык прикусить, ясно? Это мое мнение, я тебе говорю. Когда ты приходишь на проект, я тебе говорю, я имею право говорить. Ты должен обосновать свои слова. Я обосновал свои слова. Ты пришел с машины. Дим, мы здесь не на зоне, за базар ответишь. Мне эта девушка нравится. Дим, мы здесь не на зоне, за базар ответишь, это все без этого важно. Мы здесь говорим, и на это основан наш телепроект. Есть что сказать по делу, можешь сказать. Если нет, тогда принимай. Все скажу. Коллектив у нас поддержал, Дмитрия. Но, Дим, ты имей в виду, мы на самом деле не принимаем такие истории, когда люди приходят. Будь честен, вот в этом ты будешь крутым, понимаешь? Ты будешь здесь иметь какой-то вес, если ты будешь честным. Ее парнем. Живешь с человеком, поэтому он безусловно испытывает к Саше.
наши чувства, но спишь-то с телом, и тело надо привести в порядок. С самого начала я заботилась о тебе, и каждый день давала только лучшее. Ты растешь, и я волнуюсь. Говорю тебе все необходимое сегодня. Доверьтесь, стать 50-летней экспертизе Nestlé. Забота о мышах, мы создали уникальную формулу на белком Актипро. Теперь я не волнуюсь, ведь продолжать заботиться о малыше мне помогает нам. Твой тренер Юрий Мерфин от чтобы достичь совершенства, нужно поставить перед собой цель. Не очень легко. Энтерол не только устраняет патогенный микрофлор, но и способствует росту собственной. Где Энтерол, там комфорт и покой. Уникальные прокладки Литрес. Быстро впитывающим центром с защитными барьерчиками и впитывающим слоем специальной формы, повторяющим контуры тела, обеспечивает тебе максимальный комфорт и защиту, чем бы ты ни занимался. Либрес. Живи смелее. Почему вы предпочитаете активию биопротеиновые? У меня всего три натуральных ингредиента. Молоко, закваска и бифидобактерии. Больше белка не потребуется. Мне очень важно, как вы себя чувствуете по всему. Все комфортно. Пищеварение, ключ к настроению. Активия биопротеиновые. Представляешь, уже Кате 22 года. Только недавно родилась такая маленькая, была уже 22 года. Открывает нас. На Балтийский берег ближе, чем Азовский. А Воробьевы горы, чем Голливудские холмы. Одно отлично перевесит 1000 экселов. И нет ничего лучше, чем быть лучшими для вас. Балтика 7 без алкоголя. Признана миром. Ванна для вас. Не стоит чесать и вкусы насекомых. Это может привести к большим проблемам. Особенно посреди джунглей на пике летней миграции равнинной горы. Финистил-гель облегчает зуд за несколько минут и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил. Спасение от зуда. Меня часто спрашивают, как участники попадают в Дом 2. Отвечаю. Есть одно простое правило. Каждую субботу на прайд приходят два новых участника. Но через неделю только один из них останется на проект. Кто останется, а кто погибнет в проект, решают участники. Иосиф долго ходил вокруг да около. И, начав издалека тем, что бросил уж свою девушку, он 7 лет не знакомил с родителями, закончил тем, что просто не готов жениться. Как жить с мужчиной, понимая, что полной семьи с ним никогда не будет? И можно ли что-то изменить? Будем разбираться прямо сейчас. А мы встречаем Иосифа и Александру. Если у нас все будет хорошо, так и будет. А вы твоя девушка. А
твоя позиция, то, что ты мне говорил на этот ответе о том, что ты не видишь смысла заканивать отношения вообще с кем бы то ни было. Да, но мнение всегда нужно поменять. То есть оно у тебя изменилось, или его нужно поменять? Нет, оно со временем изменится, потому что когда у меня будет и квартира, и я буду принимать сознание, что я могу обеспечить свою семью. Как люди вот женятся и даже детей планируют без квартиры? Саша будет ждать, что ты заработаешь на квартиру, правильно? Подожди, я... А если ты не заработаешь, мало, ну вот не получилось. Вот если я не заработаю, то я заработаю. Если. Нет, если. Есть. У меня нет если. Я заработаю, у меня будет доход и доход. Я уже знаю себя отступные. Я точно не хочу здесь заработать квартиры. Я не хочу серьезных отношений. Так. Ну, я хочу стать твоей женой. Извини, а кто квартиры против? Нет, все, шиш с маслом. Кто против серьезных отношений? Серьезные отношения для женщины — это брак. Она ждать. Брак для женщин — это серьезные отношения. Я брак, в принципе, пока не рассматриваю. Ты не чувствуешь себя мужчиной в этих отношениях, я правильно понимаю? Я не чувствую себя, в принципе, как таковым ее парнем. Себя пересиливает и живет с Сашей просто потому, что ему нужно для проекта. Действительно, бы выбрал уже другую девушку и жил бы с ней. У него уже есть возможность абсолютно легко с нее соскочить и при этом остаться в коллективе своим полноценным членом. Я не думаю, что это проектная история. Просто... Друзья, спасибо за просмотр. Всем пока, всем счастливо. И подписываемся на мой канал. Тут третьего не дано.